Ребята, всем привет! Играем в Бравл Старс! Но перед тем, как начнем игру, нужно забрать причитающиеся нам призы. А вдруг из ящиков выпадет что-то по-настоящему классное? 77 монет, неплохо! Надеюсь, мега-ящик будет покруче. Также в пролете. Но это еще не все. Открываем еще один мега-ящик на 20 уровне Бравл Пасса. Что могу сказать, с ящиками сегодня не подфартило. Но я и этому рад. Прикольно было бы, если бы из маленького что-то выпало. И теперь самое главное, 20 кристаллов, чтобы активировать Бравл Пасс, мне нужно дойти до 62 уровня. Ведь на данный момент у меня 127 кристаллов. И естественно, посмотрев, я выбираю квесты для Тары. За 8 побед мне положено 500 очков. Мы первые в центр карты. Ребята, вы знаете, пересматривать свои бои мне интересно. И ты такой, здесь бы я мог сделать так или немного по-другому. Короче говоря, настоящий анализ поединка. А вот забрать усиление уже не получится. Напарника слили, но перед этим он хорошенько потрепал Кольта. Как вы видите, остается целых 4 команды. Мне кажется, что так гораздо лучше. Вот только ХП немножко отрегинится. Победа. Продолжаем. Серьезный напарник. Думал, что в этот раз с усилениями не очень повезет. Но никто идти в центр даже не подумал. Вот же, едва не слили.
Увел усиление буквально из-под носа соперника. По-моему, здесь было без вариантов. Когда спешишь, вечно какие-то косяки. Когда шели в кустах, страшновато в них лезть. Проверка, чтобы в тылу никого не осталось. Наши соперники заняты друг другом. И мы неплохо воспользовались ситуацией. Ребята, на сегодня заканчиваем. Надеюсь, что вам понравится видео. Всем пока и до новых встреч!